Детсад «Росинка» на улице Московского. Он стал одной из первых дошколок в городе, которые вошли в региональную программу «Новые окна в детские сады». Здесь обновили более 180 оконных блоков. В здании стало тепло и безопасно. От коллектива детского сада, от сотрудников, от родителей хочу выразить слова особой благодарности губернатору нашего региона Сергею Ивановичу Морозову за такую нужную своевременную программу по замене оконных блоков. Спасибо большое. Напомним, программу по замене окон губернатор поручил разработать после обращения димитровградцев во время прямой линии. Сотрудники управления образования совместно с родительской общественностью посетили все детсады города, чтобы совместно выбрать те учреждения, где замена окон необходима в первую очередь. В этом году мы планируем заменить окна в 10 дошкольных образовательных учреждениях. Это мы до конца заменим окна в 6-м детском саду «Автошка». Это вошел сюда 48-й детский сад, 47-й детский сад, 45-й детский сад, 55-й детский сад. Это те детские сады, в которых действительно окна требуют быстрой замены. Мы благодарим правительство Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова за то, что у нас сейчас работает такая программа. Арина Макарова, Юлия Пак. «Наше время».